Улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня у меня эксперимент, примерка. Мне нужно сделать вышитые глазки для лягушки. Заказчица хочет лягушку без пластиковых глаз. Зайчиков я таких делала, я им вышивала глазки и такие с ресничками, и спящие, как у погремушечек. С лягушками я такого не делала ни разу. Поэтому я предложила ей три варианта оформления глаз. Если ей понравится, значит, я буду вязать ей лягушку с вышитыми глазками. Если нет, ну, значит, нет. Итак, я решила предложить ей три варианта вышитых глаз. Для этого мне нужна голова и глаза, чтобы сделать примерку, сделать фотографии, и чтобы это наглядно было видно. Итак, я уже подготовила себе макет. Это голова лягушки. Сейчас я свяжу глазки. Сначала я думала связать одну пару, делать вышивку, потом выпороть ее, сделать другую. Потом подумала, мне в принципе не сложно связать три пары глаз, сделать вышивку, примерку, и если какой-нибудь вариант выберется, то его сразу и использовать. Так будет экономия времени, и мне не придется делать работу дважды. Итак, голова у меня уже есть. Сейчас я сделаю сами глазки и продолжу. Итак, у меня есть три пары глаз. Сейчас я буду их немножко наполнять, прикалывать булавочками и делать вышивку и делать фотографию. И так каждый раз с новой парой глаз. И сейчас покажу вам первую пару. Итак, первый вариант глаз я решила сделать самый простой, просто черточки. Выглядит это вот так. Смотрится неплохо, и такой вариант имеет место быть. В принципе, лягушка должна получиться неплохая. Я решила, что все глазки я буду аккуратно снимать с головы для того, чтобы сделать очередную фотографию, а эти глазки я точно так же буду перекалывать на другую заготовочку. В своих недовязках я нашла вот такую голову. Это голова ослика. Я вязала такую игрушку. В такой же детальке я сделала ошибку. Кто помнит это видео, но ослика я таки довязала. И потом планировала еще связать одного ослика. Но так он остался у меня в недовязках, только голова. На эту заготовочку я буду перекалывать глазки, все три варианта, чтобы они у меня были на одной заготовке, чтобы эту оставить каждый раз, фотографируя новый вариант глаз, чтобы для заказчика было понятно, как будут смотреться те или иные глазки именно на голове лягушки. Итак, первый вариант вот такой. Сейчас сделаю второй. Итак, следующий вариант. Второй. Это такие крестики. Ну, в принципе, тоже смотрится неплохо. Знаете, может, кто помнит, был не мультфильм, а какое-то ток-шоу. И там была такая зеленая лягушка, и у нее были то ли крестики, вроде крестики были. Смотрится неплохо, так как и первый вариант, в принципе, мне тоже очень нравится. Здесь я уже прикрепила
первые глаза на голову. Эти глаза пойдут на эту же голову рядышком, и будет еще третий вариант для того, чтобы не перевязывать, и если будет какой-то выбор, сразу раз и воспользоваться этими же готовыми глазами. Так, это второй вариант, и будет сейчас третий вариант. Такие полукруглые глазки с ресничками, как я вышиваю на погремушках. Сейчас все посмотрим. Итак, третий вариант арочки готовы. Вот такие глазки с небольшими ресничками. Ну, что я вам скажу? Мне больше всего понравился второй вариант с вот такими крестиками. Мне кажется, смотрится он очень хорошо. И я голосую за эти вторую пару глаз. Пишите, какой из трех вариантов вам понравился больше. Просто черточки, крестики или же вот такие арочки. Сейчас я эти глаза перемещу на эту же заготовочку, и так они будут у меня храниться до ответа заказчицы. Все, эту часть работы я тоже выполнила, буду ждать ответа. Если она выберет какой-то из этих троих вариантов, будет замечательно, свяжу еще такую лягушку. Ну, если нет, то у меня это замечательный опыт для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. И в любом случае, это есть еще один вариант для игрушки без пластиковых деталек, то есть без пластиковых глаз. Это очень хорошо. И у меня уже будет наглядный образец. Если возникнут такие же вопросы, у меня будет уже что показать, и я буду точно знать, как это будет выглядеть. Это тоже, в принципе, неплохо. Итак, такое было видео у меня с тремя парами глаз. Мне этот эксперимент очень понравился, и он был для меня очень полезным. Пишите в комментариях, за какие вы глазки голосуете, какие глазки вам понравились больше. Мне будет тоже интересно узнать ваше мнение. А мы встретимся в следующем видео. В следующем видео у меня будет опять зайчик. За последнее время я очень-очень много вижу зайцев, зайчиков именных, кофточках. Ну, это меня тоже очень радует. Так что встретимся в следующем видео и свяжем еще одного зайчика. Кстати, свяжем его в новом цвете, в том, в котором я еще ни разу не вязала зайчиков. Спасибо, мои дорогие, что заглянули сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.